Манящий аромат свежеиспеченного хлеба ощущается еще при входе в Дом культуры. Поднимаемся на второй этаж. Здесь проходит традиционная выставка-ярмарка. Ежегодно на суд посетителей свою продукцию представляют предприятия агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и фермерских хозяйств Пушкинского района. На прилавках молочная продукция высшего качества – молоко, сыр, сметана, творог и многое другое. Производители этих молочных лакомств – предприятие «Ростагроэкспорт» и ЗАО «Зеленоградская». А вот и виновники соблазнительного аромата – хлебобулочные изделия предприятия «Каравай СВ», своим высочайшим качеством известные за пределами Пушкинского района. Впечатляет широкий ассортимент. Одним просмотром мы не ограничиваемся. В том, что хлебобулочные изделия Пушкинского района обладают отменным качеством, мы убедились на себе. Очень вкусно. Рекомендую попробовать всем. Пристрастие долгожданных гостей выставки, главы Пушкинского района Андрея Кузьменкова и руководителя администрации Маргариты Смайловской разделились. Андрей Иванович с удовольствием отведал булочку, а Маргариту Семеновну, как истинную женщину, больше заинтересовала продукция предприятия «Русский Соболь». Если посмотреть на эти изумительные шкурки, которые находятся вот за моей спиной, то появился более широкий ассортимент. Если говорить о «Каравай СВ», то там какой-то новой технологии хлеба освоен. Если говорить о ЗАО «Зеленоградская», тоже есть новая продукция. Впечатляет то, что у нас идет развитие. А главе поселения Лесной Александру Тропину понравилось все. Выносят нам на маленькой тарелочке много разного хлеба. Вот попробовали по кусочку, я говорю: «Юрий Николаевич, смотри, как здорово, хлеб рядом в Пушкинском районе. При этом есть еще и молоко». Он: «Где молоко?» Подошли к молоку. Он, наш Егорыч, торгует молоком. Так не только торгует, а еще и производит. Попробовали молока. А когда подошли к нашему русскому соболю, ну я просто, вы знаете, как обомлел. Никогда в руках не держал, ну знаешь, шкурку настоящую в виде обычной какой-то шубы, в виде какого-то пальто, а тут шкурка. Теперь пойдемте померить. Да. Ну, я боюсь, мне не подойдет, надо верить на девушек. Александр, я первый штрофин от примерки отказался. Гордость Пушкинского района решила примерить я. Шикарно, не правда ли? Среди этой роскоши и вкусностей не можем не спросить у главных гостей выставки. Ну, может, здесь какие-то рекомендации, чего-то не хватает, чего-то вы хотели бы увидеть в следующем году? Нечто большее. Я хочу небывалого, я хочу темпы роста 50%. Поэтому, ну, будем когда-то к этому стремиться. Но все-таки более приземленные пожелания. Более приземленные пожелания, наверное, более активное взаимодействие предпринимателей и власти. Мы очень этого хотим, и они этого хотят. Но вот инструменты пока не отточены до такой степени, чтобы давать вот просто исключительно хороший результат. Но мы идем с двух сторон к этому. Оксана Савельева, Владимир Парфенов, Анастасия Надеждина, телеканал «Твой Пушкинский».